Арти-25 представляет. Ну, нормально. Ой, надо музыку-то выключить, Картошкину. Погоди, погоди, погоди. Картошка начала наказывать за музыку, но уверен, что это случайность, которая скоро исправится, поэтому... Пока без музыки все равно. У нас музычка своя тут. Надеюсь, не громко она играет и не доставляет никому никаких проблем, скажем так. Я просто в тишине не хочу играть в полной, это дичь. Пусть хоть что-то играет на фоне. Недавно проснулся. Круто. Я спать хочу. Что это буду зевать? Сорян, если что. Что-то вообще не выспался. Ну, блин, не уверен, что правильно сводиться будет сюда. Ну да, ну да. Не угадал. Давай Бадгеру кину, потому что вот ему как раз вроде бы успеваю. Слабенько, ну ладно, пойдет. Здорово, всем здорово, здорово. Андрюха, привет. Дед, привет. ПЛТ, ну блин, такое. Я же ПЛТ с коня просто не попаду. Конечно, кину. И какие у нас еще варианты? Стоять, смотреть? Ну, это плохой вариант. Мне не нравится такое. У меня пока нет арты 10 левела, но какая арта для рангов хороша. 21. Не, давай без колыбельных только тут. Не успею. Не успею. Ну, по колеснику кидать даже и не буду. Даже попыток делать не буду. Давай. И никто не хочет светиться тут. У нас вообще 1430 на той стороне. Чувствую, сейчас ему жопа будет там. Надо потихоньку налево уходить. А, давай вот так кину. Не везет, не везет. Удачных каток. Спасибо, спасибо. Ну, конь не часто пробивает. Конь, говорит, часто пробивает, потому что снаряд прилетает как с катапульты сверху. Ну, типа, он прилетает сверху, но... Вот коня точность плохая. 25-30% попадания. Пробития редкие. Что значит, если да?
Ждем засветов. Найс. Чел просто улетел. Я, конечно, сейчас даже мог и пробить, в принципе, леопарда. Ну, так, чисто в теории. Но что-то пошло не так. Хотя даже, знаете, хорошо, типа, что и попал. Так, а есть нормальная музыка? Чуть законченная помойка играет. А это без авторских прав играет музыка. Не знаю, где вот это поставлю. Я должен успеть. Минус ремка. Он откатывается. Давай так, давай. Что-то криво-то. Фига себе, дважды один попал в коня. Ну просто в такой ситуации он еще и попал. А я буду ждать засветов. Мы немножко ведем. Можно чифтейна тогда помучить. Даже, знаете, не можно, а нужно, потому что... Ну это неприятный танк. Оу, я попал. Хорошо. Два штыня, смотри, устроился на островке тут. Опасно, на самом деле, стоит, потому что лучше здесь, если приезжать, стоять внизу. Просто в засвет сразу не попадешь. Забрать бы его. Блин, ненавижу этот разброс коня. Выцеливал. Зачем? На М53 вентиль привез досыл. Я сюда не успею опять. Долго. Конечно, кину, попробую. А, отлично. Нужно терпение на коне. Прям очень жесткое терпение. Как дурачок перекатываюсь. Просто бестолку делаю все это. Этот не высвело, не выкатится там. А вот он чифтейн. Давай аккуратненько попробуй пересвестись. Аккуратненько. Но все равно потерял много по сведению. Ну, примерно едет сюда, и я вот так кину ему. Еще прямое. Я два чифтейну прямых дал блайндами, причем. Я думаю, что где-то уже 2700 урона получается у меня. За счет этих блайндов. Ну, потому что с коня там будет вылетать
по чифтейну. Ну, блин, я, конечно, не хочу загадывать, но я думаю, что 500 плюс вылетать должно. Почему-то мне так кажется. Можно подождать. Вдруг он где-то здесь будет, в кустах. Или кинуть сюда просто в кусты в эти. А-ля на шару. Мустафа, здорово. Ребят, всем привет. Не, он уехал. А у него еще 1300. Значит, я плохо по нему попал. Так, тот фланг у нас рип. Бабаха отсюда уехала. Мне надо ближе подъезжать. С одной стороны. А с другой стороны нельзя, потому что закидывать не смогу. Ну что важнее? Закинуть или попасть? Хз. Бабаха. Фуловая. Не фуловая. Ай, ну, допустим, вот так. Есть. Это пробитие, кстати, было, скорее всего. Мы потом посмотрим. Че по бабахе, но я прям рассчитал четенько. Так, тут 5 хп. Надеюсь, его доберут. Не хочу тратить снаряд на 5 хп. Дичь. Не хочу. Ну, походу, придется. Эй, метку ставлю же вот сюда. Я заберу. Говнюк на 261. Я же метку подставил. Зачем? Зачем ты кинул? Написано, что я буду еще кидать там 5 секунд, 3 секунды. Он взял и кинул. Так, у них арта, кстати, стоит где-то, я думаю, в кустецких тут. Еще будем бландить. Пока вариантов нету, а времени 3 минуты остается. И поближе подъеду. Не, в нарезку такое не пойдет. Несмотрибельно. Вот и чифтейныч. Я, кстати, его подбодрил на 300 хп. Я жду чифтейна. Арту сами заберут. Я манал этих шотников забирать. ...35 ему оставил. Ну вот, как я и говорил, по чифтейну 500 вылетает. Бабаха, скорее всего, вот здесь стоит, на 5А6. Надо ближе подъезжать и сводиться. Видели? Это, кстати, трассер был от бабахи, не от арты, если что. ...220, нормально. Нормал дым. Она прямо тут стоит. Я даже метки не буду ставить. Пусть сами догадываются. Чё, где? Я сюда кину просто. А, это артобат. Ну, кинул артобобру. Нормально. Нормально. Но там еще стоит и бабаха. У меня уже 2700. Плюс 2 блайнда. 3 блайнда. Ну что, 4К осилим за бой? Что думаете? Здорово, пельмень. Как всегда, пишу всякую фигню. Давайте, давайте. Ну, просто посветите. У нас, правда, базу берут. Съехал 21. Он уже здесь стоит. Куда он денется? Мне кажется, он вот здесь, вдалеке, вот здесь, у красной линии. Немножко звук этот напрягает. 2 секунды.
О! Времени особо не было. Но у меня оглушение. 2900 на 1900 3 фрага. А мастера возможно взять за такой бой? Интересно. Не, совместку не планирую. Да, мастер Осина. 5400? Вот это я наблайндил. Так точно. На 5500 наблайндил. Ну давай смотреть. Чифтейну суммарно 1444. Три раза, да, кидал, получается. Два блайнда и один на 500. Ну да, там не по 500 вылетали предыдущие. Кстати, процент попадания 47. А я в бою говорил, что где-то 25-30. Но это на самом деле бывает. 47, а бывает и 10% попадания. Вопрос по бабахе. Было пробитие, забрал 782 хпшки последние. Кстати, челик из клана ВГ, ВГМ модераторы. Арту все-таки цепанул на 300 почти. Эту я забрал, фуловую всю. Ну, слушайте, вообще зачет. И леопардику там хорошо залетело. Супер. ЛТХ. Я, кстати, ЛТХ все-таки попал первым выстрелом тем, помните, когда я на горку свелся в начале боя? Да, супер. Зачет.